«Особенная кисть» – это творческая программа для особенных детей. На протяжении нескольких месяцев ребята из организации молодых инвалидов и их родители «Грани» еженедельно приходят в библиотеку на Крутицкой, где с ними занимаются художники и по совместительству волонтеры Ольга Лякишева и Евгения Куваева. На этот раз тема занятия посвящена предстоящему Дню города. Кто-то у нас научился резать, кто-то научился закрашивать. Богдан вон у нас отличную ткачиху сейчас нарисовал на День города. То есть у всех разный прогресс. Кто-то очень медленно рисует, кто-то очень быстро рисует. То есть там у нас есть девочка, которая просто за 5 минут может закрасить ватман. Во время таких мастер-классов ребята пытаются не только раскрыть все грани своих способностей, но и учатся общаться. Даже дни рождения здесь отмечают вместе. Сегодня мы поздравляем Юлю и желаем ей всего самого-самого доброго, веселого, радостного. Не так давно начинающие художники отправили свои лучшие работы на конкурс, посвященный Дню Победы, и получили подарок – коробку с канцтоварами. А сейчас они ждут результатов уже международного конкурса «Майский жук». Кроме того, совсем недавно начались занятия, на которых ребята учатся выжигать по дереву. Постоянно думаем, чем могут заниматься наши ребята, какие техники им подвластны. И решили попробовать выжигание. У нескольких ребят уже получилось. Пока мы пробуем только с мальчиками, и получается, им интересно. Но карандаши и краски лежать без дела, конечно, не будут. Уже осенью «Грани» планируют пригласить ивановцев на свой новый вернисаж. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.